Татарская выпечка выделяется яркими вкусовыми качествами. Особенно хочется обратить внимание на предложенный пирог. В нем сочетаются сразу три начинки, а еще его можно приготовить без особого труда. Пирог получается высоким и сытным. Если при выпечке сильно румянится верх, прикройте фольгой и допеките. Мука пшеничная, 410 грамм, 350 грамм, в тесто, 60 грамм, в крошку. Молоко 115 миллилитров. Масло сливочное, 145 грамм, 125 грамм, в тесто, 20 грамм, в крошку. Дрожжи, 15 грамм, прессованные, сахар, 6 столовых ложек, 1 столовая ложка, в тесто, 3 st/л, в лимонную начинку, 2 столовые ложки, в крошку. Лимон 2 штуки, начинка, соль 0,5 чайных ложки, лимонный сок, 6 столовых ложек, начинка. Чернослив, 200 грамм, курага, 200 грамм, начинка, крахмал кукурузный, 1 столовая ложка. Количество порций – 8-10. Подготовьте необходимые ингредиенты. В теплом молоке растворите дрожжи, сахар и уберите на 15 минут в теплое место. Опара готова. Добавьте мягкое сливочное масло и перемешайте. Добавьте 300 грамм муки и далее добавляйте столько, чтобы тесто стало эластичным и не липло к рукам. Полученное количество теста хватает на форму диаметром 18-20 см. Тесто готово. Отставьте в сторону, прикрыв полотенцем. Займитесь начинками. С лимонов снимите цедру и полностью очистите. Половинка одного лимона понадобится для лимонного сока. Выжмите из половинки лимона сок. Остальные лимоны пробейте с 3 st/л сахара в блендере в пульсовом режиме. В полученную массу добавьте крахмал и проварите на среднем огне до загустения. Чистый чернослив пробейте в блендере или перекрутите на мясорубке. Если у вас чернослив жесткий, то замочите минут на 20 в кипятке, после слейте воду и промокните бумажным полотенцем. Добавьте 3 st/л лимонного сока и еще раз прокрутите. Аналогичным способом поступите с курагой. Также в конце добавьте 3 st/л лимонного сока. Сформируйте пирог. Разделите тесто на 4 части. Одна часть побольше и 3 одинаковые. Каждую часть раскатайте в тонкие круги. Большую часть раскатайте и выложите в форму с бортами. Диаметр 18-20 см. Выложите начинку из чернослива на тесто. Сверху выложите первый круг. Сверху выложите лимонную начинку. На лимонную начинку положите второй круг из теста, на него начинку из кураги, далее круг из теста. Проткните вилкой. Разогрейте духовку до 80 градусов и выпекайте пирог в течение 30 минут. Пока выпекается пирог, сделайте песочную крошку. Измельчите орехи в кофемолке. Смешайте муку, масло, сахар и орехи, перетрите в крошку. По истечении времени достаньте пирог, посыпьте крошкой вверх. Разогрейте духовку до 190 градусов и поставьте допекаться еще на 30 минут. Готовый пирог остудите. Пирог готов. Приятного чаепития!